Вот на этом джипе мы поедем покорять горы Геленджика. Машина зверь. Вертикально практически въезжает в гору. Супер. Бомба. Вот мы приехали на колесо обозрения в Геленджике, в горах, вершина горы. Охренеть, сейчас мы на нем поедем. Я чувствую, так страшноватенько, конечно, будет высоко. Я вообще люблю высоту, в кавычках. Тут лавочки разные продают, всякую всячину. Кафешка. Еще какой-то агрегат вот для разрывания души. Что это такое? Это Кинг-Конгу подтягиваться, что ли, или что? Прикольная штука. Вот канатка. Канатная, на ней будет спускаться вниз вечером после пивной вечеринки. Классная штука, высота, конечно, мне уже ноги вспотели. Офигеть. Высота, жесть. Вечерний вид Геленджика с гор. Высота такая. Около 600 метров здесь высота. Может, чуть меньше. Сейчас дойдем до креста и пойдем уже на колесо обозрения. Покорять вершины. Вот она надпись Геленджик. Почти что Голливуд. Как Голливуд.
Не знаю, как я еще по канатной дороге вниз спущусь, я уже боюсь. Кошмар. Такая высота. Классно-то классно, но страшно. Вон закат такой. Солнце-то красное. Красиво. Там, конечно, свинью ляпнул, что-то.